период карантина с фондов социального страхования перестали выплачивать по всей Украине, абсолютно по всей Украине, выплаты людям, которые смотрят за людьми с инвалидностью. Вот остановили, шестой месяц не платят. Еще ряд пособий перестали выплачивать. Объяснили это все карантином. Тогда объяснили войной, перестали выплачивать пенсии, сейчас объяснили карантином. Следующий прецедент. Когда у нас сейчас по всей стране военный сбор собирают, да? Вот у нас начали собирать 5 лет назад военный сбор. Все тогда понимали, надо восстановить армию, нужно помочь, нам нужна армия. Но за 5 лет собрали более, мы посчитали, 90 миллиардов гривен. Кто-нибудь услышал хоть раз, куда пошли эти 90 миллиардов гривен? И они даже идут не на счет Министерства обороны на действительно поддержание армии, а они идут в общий фонд государственного бюджета на содержание армии наших государственных чиновников. Третий вопрос. Вот баланс военной необходимости и человеческой безопасности. Мы все понимаем, нужна сильная армия. Никто с этим не спорит. Но мы же также хорошо понимаем, мы не можем содержать армию и львиную часть бюджета отправлять на содержание армии за счет закрытия школ, больниц, гуманитарной сферы, за счет того, что сегодня останавливается наш военно-промышленный комплекс, а джавелины мы закупаем сегодня за границей, не поддерживая, хотя бы локализацию делая на наших военных предприятиях.